Всем привет! Выехали на рыбалку на такую небольшую реку, которая не очень далеко находится от дома. В принципе, по рыбе есть вся рыба, которая в нашей полосе обитает. Но в данный момент хочется словить сама. Вчера поехал вечером, закинул так называемые постовухи. Сегодня еду проверять их и посмотрю, что удастся словить. Вот такие красивые места здесь. Речка не широкая, не знаю, метров, наверное, 15 максимум. И то не везде. И вот стоит донка, которую я буду сейчас смотреть, на которой, возможно, была поклевка. Расфиксирована, но не знаю, есть ли там рыбка или нет. В общем, будем смотреть. Завело, ребята, где-то туда, но чего-то никакого сопротивления не слышно. Наверное, все-таки ничего нет. Нет, ничего нету. Пустой крючок, возможно, была поклевка, но рыбы нет. Ну, снасть, в принципе, выглядит просто. Крючок, поводок и груз. Сюда вешается живец, забрасывается. В принципе, и все. В общем, посмотрел еще 4 закидухи, ничего не было. Живец один был на месте, остальных не было, поменял. Плыву, посмотрим, что будет дальше. Возможно, сегодня ничего не получится словить, так как погода поменялась. Ну, в принципе, посмотрим. Места красивые, речка небольшая. Отдохнуть и то хорошо. Едем, смотрим. В общем, какая-то рыба есть. Не знаю еще пока, ну, скорее всего, сом. Так вот привязал снасть к ноге. Так лучше не делайте, цепляйте за ухо в лодке. Если оно, конечно же, есть. Сейчас попробую одной рукой хотя бы показать, что там попалось. И уже буду доставать. Ну, что-то, судя по этому, небольшое. Но все равно... Затягивает под лодку. В принципе, возможно, даже и неплохой сомик попался. Вообще неудобно, ребят. Хотя бы показать вам, и уже буду пробовать его достать. Потому что одной рукой я с ним точно ничего не сделаю. Ну где же ты там? Ну вот там такой, не знаю, сколько килограмм, но более-менее нормально. Ладно, ребята, буду доставать, достану, покажу. Ну, вот такой вот красавчик попался, достал я его. Не сильно крупный. В принципе, как раз где-то в размере килограмма, наверное, 2,5-3. Вот такой вот сом. Так что, ребята, обычная такая простая снасть, как вы видите, ловит рыбку. Все, поедем, посмотрим. Еще осталось 2 закидушки. Возможно, и там что-то попадется. Ребята, подплыл проверять очередную доночку. Вижу, что леска размотана. Возможно, что-то есть. Сейчас потянем, попробуем.
и будем доставать. Одной рукой, ребята, неудобно, так что я уже вам по итогу покажу то, что получилось. Есть ли тут рыбка или нету. Так как нету крепления на голову, ну, вообще как-то ни о чем снимать. Не хочется утопить камеру. Ладно, если что-то есть, я вам покажу. Вот такой красавец клюнул. Пришлось немного с ним повозиться, завел коряги. Ну, не гигант, но как бы, в принципе, довольно-таки неплохой сом. Не знаю, килограммов, может, 5-7. Уже, в принципе, выехали не зря. Если честно, даже не ожидал, что будет такая зачетная рыбка. Вот такой красавец. Вот, в принципе, на этом рыбалка подошла к концу. Посмотрел все свои снасти. Удалось словить 2 зачетных сомика. Кому понравилось видео данного плана, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Буду стараться снять что-то более интересное. Показать вам это все. Всем удачи и пока.